Лидеры общественного мнения также высказывают свое мнение о предварительных итогах. И вот что они говорят. Владимир Владимирович Путин получил, конечно, больше 839 тысяч голосов наших жителей. Очень приятно, что многие приходили с семьями, действительно голосовали всей семьей, с большими детьми, с маленькими детьми, с бабушками, с дедушками. Мне кажется, такая явка и такая поддержка говорит о том, что наш народ, нашей страны, наши горожане – это одна большая такая семья, одна большая команда. И все понимают, что сегодня то самое время, когда нужно придерживаться выбранного курса, выбранного лидера и, конечно, поддержать нашего президента. Отрадно, что мы все понимали, насколько это важно для нашей страны, и тюменцы проявили такую очень большую активность. Спасибо вам за сплоченность, за то, что вы действительно думаете о будущем нашей страны. По информации, которую я имею, выборы прошли на высоком организационном уровне, никаких претензий или замечаний у кого-либо нет, ну и явка такая, которую мы раньше не видели.